Так, у нас поступили котлы Мизуда. Это хороший китайский производитель газовых котлов, настенные, конденсационные. То есть там внутри спиралевидный теплообменник из нержавеющей стали, как в европейских котлах, один в один. Вот, все, мощность 17 киловатт, двухконтурные они. Есть в наличии, то есть внешний вид, коробочки вот такие, упаковка приличная. Ой, дай ножик, а. Давай откроем это. Смотрим. Так, довольно толстый картон, то есть котлы не мнутся, доезжают аккуратненько. Тут вот пенопластик качественный довольно. Картиночки, паспорта. Даже прокладочки есть для газа, для подключения. Блок управления довольно простой, на ручках, что, в общем-то, на удобные ручки нажимаются и крутятся. Вот такой вот. Если кому вдруг нужен конденсационный котел хороший, welcome to к нам. Ну, пластина крепления идет в комплекте. Еще раз, Мизуда — это китайский производитель.